Відкрита трибуна. В Одесі хочуть реконструювати Диволановські і Польські узвози. Які ще місця потрібно привести до ладу? Старий центр міста, звісно, має бути зберіганий в первозданному виді. І я знаю, що в усіх європейських містах старинні такі пам'ятники, вони охороняються державством, по-настоящему охороняються, о них заботяться, їх реконструюють, їх для майбутнього покоління хочуть в первозданному виді все-таки отримати. Поэтому я за то, чтобы старая Одесса сохранилась старой Одессой, такой, как я ее помню. По моему мнению, нужно реставрировать все, что имеет историческую ценность. То есть весь центр города, ну и некоторые прилегающие поселки еще в Одесском регионе. А Видиополь, он же старше вообще, чем сама Одесса. Так что его тоже как бы надо поднять. Наша Одесса – это туристический город, который всегда привлекал и будет привлекать туристов. И сделайте хотя бы центр весь, чтобы действительно люди, гуляя по улицам, могли наслаждаться нашей архитектурой не хуже, чем в других городах Европы. В принципе, присмотреться к старой Одессе, к старой архитектуре, вот все дома, конечно же, нуждаются в реконструкции какие-то. Потому что все-таки у нас уже туристический, прям совсем туристический город. И пусть, конечно, он будет красивенький, чтобы гостям было приятно гулять не только по Дерибасовской, а еще и по каким-то таким уличкам маленьким. Ну, я, если честно, прям таких глобальных проблем не замечала. В принципе, Одесса мне очень нравится, всем тут такая, какая она есть. Вот, возможно, только мусора много у нас. Убрать мусор с дорог, поставить, наверное, больше мусорника. Вот в этом плане только замечала. Следующим реставрационным пунктом должна быть моя парадная на улице Филатова, 70/1, потому что там неплохо, но, к сожалению, еще нету некоторых моментов, которые я бы хотел, например, барной стойки в самом начале парадной, либо перил или эскалатора, вот что-то типа этого. Я думаю, каждый житель об этом мечтает. Большая часть центра в печальном состоянии. Хотелось бы, чтобы дома, которые являются памятниками архитектуры, были восстановлены, и на них снова было приятно смотреть. У меня на слуху только дороги. Дороги, чтобы они были ровные, чтобы ездить было удобно, особенно на поселке Котовского. Там, конечно, частично уже ремонтируют, но нет предела совершенства. Я считаю, что лучше бы там на дороге делали упор. На Мечниковой вот есть дом там такой, Мечникова 90, разрушенный, в аварийном состоянии. Вот его нужно отремонтировать. Его никак не могут продать. Відкрита трибуна.